Сегодня конференция посвящена актуальным вопросам акушерства и гинекологии. Я как президент Украинской ассоциации акушеров-гинекологов и член президиума Европейской ассоциации акушеров-гинекологов счел необходимым последнее достижение европейской медицины в этом направлении принести в сегодняшнюю конференцию. Мы посвятили эту конференцию памяти нашего профессора знаменитого, профессора Зелинского Александра Алексеевича, которого одесситы все знают, уважают, помнят. Он оставил после себя большую школу акушеров-гинекологов, и мы сегодня отдаем память этому знаменитому и замечательному человеку. Одесский национальный медицинский университет имеет ряд клиник различной направленности. Мы активно участвуем и координируем свои усилия с городским и областным здраводелами, координируем все наши действия. И Одесса, и Одесская область вместе с Одесским национальным медицинским университетом прикладывают максимальные усилия в организации медицинской работы не только в борьбе с пандемией, но и помогая всем пациентам, которые сегодня нуждаются в нашей медицинской помощи.